Когда с передовой от бойцов поступила просьба получать побольше информации из дома, чтобы быть в курсе, что здесь у нас происходит, чем живет малая родина наших бойцов, то эта просьба была выполнена незамедлительно, сообщил глава региона Александр Мор в своих соцсетях. Так, редакции почти всех районных газет отправляют в зону СВО электронные версии своих изданий. Благодарю наших земляков за то, что получаем новости онлайн с родной земли. Благодаря им мы в курсе всех событий на родной земле. Спасибо вам. Это газеты, ну а наши коллеги из Тюменской службы новостей еженедельно готовят специальную информационную программу для военных. И у этой программы, пожалуй, две главные цели. Одна – собственная информационная, а вторая – это возможность увидеть своих родных и близких. Тех, которые любят, тех, которые ждут, ведь для этого и силы выдержки нужно не меньше, чем бойцам на фронте.